Всем привет, канал Печь и Камины, я Александр. За моей спиной банный комплекс, дом бани, поселок Новогусельский, улица Александровская, 9. И вот такое вот здание, в котором стоит печка, максимально приближенная к паровой бане, комета Вега. И сегодня мы ее не только потопим, но и посмотрим, как с ней парятся парильщики-профессионалы. Как хорошо после баньки выйти и окунуться в холодненькую водичку. Специально для любителей экстремальных ощущений сделан прорыв. Сегодня нам дровишек хватит. Печка Комета Вега от компании Гриль. Дровишки, как вы видите, горят. Печка уже топится несколько часов. И когда идет интенсивное, так скажем, парение, и люди выходят и входят в парилку, приходится поддерживать высокую температуру. Вот так у нас готовятся веники. Водички. Очень много веников, очень, потому что много народу. Ну, сейчас температура в парилочке, наверное, самое то. Опять же, водичка холодненькая, прохладненькая, точнее, горячая. Зоопарк идет веником в холодной воде. Комета в действии, поддали парку и понеслось. Ох. Спокойно, спокойно, торопись, самое главное. Как ощущение? Не торопись, постой. А теперь постой. А теперь идешь и ложишься на спину. Сегодня мы собрались огромнейшей компанией в городе Саратов, в поселке Новогусельский по адресу улица Александровская, 9, в замечательном месте под названием «Русский дом бани». Здесь собрались гуру банного мастерства, парильщики, профессионалы. Я один любитель, но тем не менее все равно поучаствовал в этом всем действии, тестировали новую печку от компании Гриль Д, Комета Вега, тестировали новые направления в парении, принимали водные процедуры, банные процедуры, в купель окунались. То есть весь спектр банного такого направления, которое можно
на сегодняшний день представить, все это было здесь. И сейчас наши самые яркие представители поделятся с вами своими впечатлениями, ощущениями. Самый яркий представитель. Давай, с меня начнем. Да, конечно, ты яркий представитель. Ну, сначала хочу всех поблагодарить за то, что вы к нам приехали. Нам очень приятно вас принимать, да, для нас вы важные гости. Вот, и хочу сказать, что помимо общения, удовольствия от общения, которое я получила, я побывала в руках двух гурок, как уже сейчас сказали. Я узнала, что такое женское парение, очень мягкое, очень доверительное, очень хорошее и приятное. И я побывала в руках мужского мастера, да, где другие незабываемые ощущения. Мне очень все понравилось, спасибо вам всем. Был бы человек хороший, да. Да. Слава Богу, да, не собрался. Что хотелось бы сказать непосредственно самой парной и в том числе и печке. Печка отработала замечательно, порочек был великолепный, поэтому все остались довольны процедурами абсолютно. Хочется все-таки сказать, кто у нас сегодня собрался. У нас в Саратовской области проект «Жар-птица» под руководством Центра банного мастерства. И все сегодня, кто здесь сидит, это участники Кубка «Жар-птица». У нас есть и призер Ольга, у нас есть участники, ребята, вот да, Владислав, да, да. Свины, хозяева бани, да, которые сейчас в гостях, и участники Кубка. И хочется сказать, ребята, давайте вместе развивать банную культуру, давайте участвовать в банных мероприятиях, учиться оздоравливаться и развиваться в этом направлении. Это вот я от себя лично говорю, можно поинтересоваться у ребят, кто что еще скажет. Да. Кстати, вот у нас тут Сережа есть, представитель фитнес-клуб Форт Клаб. Вам слово. Мне очень понравилось здесь, во-первых, само общение и обмен опытом. Много хороших дельных советов, и самое главное, сам ощутил на себе хороший эффект от ощущения качественного парения, потения и замечательной купели ледяной, в которую с удовольствием окунулся сегодня аж 3 раза. Да. Давайте париться в жизни. Хочу еще отметить, вот кто руководитель банных комплексов, директора, вот хочу отметить Владислава, так как он построил данный комплекс, и ему интересно развитие. Я всем рекомендую участвовать. Это продвигает и развивает в целях дальнейшей популяризации. Поэтому хочется отдельно сказать, Владислав, вот насколько повлияло участие в Кубке, да, вот на вот сегодняшнюю баню, которая у вас вот есть. Значительно повлияло, потому что это подвело некий промежуточный итог моим познаниям вообще банного дела, правильного строительства бани, потому что сразу же после Кубка парной в этой бане, бане Деда Мороза, мы переделали полностью, и вот, на мой взгляд, максимально, насколько можно вот в данных условиях, приблизить ее именно к правильной бане, то есть хорошая вентиляция, отличная печка, окошко, хорошие полки, то есть все, чтобы для правильного качественного парения. Сегодня у нас присутствует также, как обычно, психолог Ольга Капкова. И вот, Ольга, что скажет психолог с посещением бани? Ну, хотелось бы поблагодарить, конечно, хозяев бани. Здорово. В целях оздоровления для меня это был такой колоссальный опыт, потому что и бань, водные процедуры очень люблю, но до купели не дошла. Я надеюсь, что в следующий раз обязательно дойду. Хорошо. Так что спасибо за гостеприимство. А психологи рекомендуют баню или нет? Я скажу. Давайте. Кто баню рекомендует? По поводу, что сказать. Понимаете, в наших, как я говорил в прошлый раз, на Жар-птице, вот, наш век, очень много всякого, климат плохой, атмосфера плохая. У людей целлюлит, у людей больное сердце, сосуды жмут, вот, разваливаются, спина, суставы скрипят. Вот вы меня спросите, что делать? А я вам отвечу, идите в баню, в полном смысле этого слова. К Владу. Это эксклюзив.